Здравствуйте, Влад и Вера. Благодарю вас за то, что вы делаете. У меня было интересное чувство, что у меня дома кто-то живет. Я не думал, что эта душа так стара. Думал, что это какая-то из родственников. Но спасибо, что вы проводили ее домой. А об этих порталах, которые дома, я даже удивлена, что такой бардак у меня дома. И за то тоже спасибо, что вы так хорошо и чутко и красиво объясняете об этом, как это происходит и как вы их провожаете. И от кота тоже большое и огромное спасибо, потому что я видела, что он что-то видит, что-то чувствует, что-то его тревожит. Но сейчас он такой спокойный и много спит, и даже шерсть у него как бы немножко стала такой белой, такой, ну, чистая, как бы он светится даже, я бы сказала, что он сейчас светится. И у дома тоже, ну, в квартире тоже такое чувство, что кто-то как бы одеяло перекрыл весь дом, и он такой спокойный стал, как бы и чувство такое гармоническое и такое мягкое. И спокойная. Так что большое, огромное спасибо за то, что вы сделали, за то, что вы делаете. Я думаю, что и другим надо бы об этом подумать, как мы живем, как мы себя чувствуем, какие энергии у нас происходят и что мы у себя дома, как бы сказать, что мы дома думаем и делаем. Наверное, это тоже влияет на то, что у нас происходит. Спасибо большое.